Всем привет! Первый вариант бантика мы сделаем из кружева. Нам понадобятся отрезки кружева шириной 4 см и длиной 9 см, 22 отрезка. Что мы делаем дальше? Разделяем наше кружево напополам, то есть 11 штук и 11 штук. Одну стопочку разрезаем кружево напополам. Все готово, формируем лепестки. Первый ряд у нас состоит из 6 лепестков. Во втором ряду 5 лепестков.
Бантик готов. Такие бантики можно сделать и в белом цвете. Получится очень даже симпатичный школьный вариант. Далее мы сделаем бантики из репсовой ленточки. Такие бантики получаются размером почти 8 сантиметров. Их тоже можно сделать и в школьном варианте. Смотрите, как я буду их делать. Нам понадобится 16 отрезков ленточки шириной 2,5 сантиметра на 7 сантиметров и 8 сантиметров ленточка 2,5 на 7 сантиметров. То есть получается, что зеленый у нас 8 отрезков, а розовый 16. И складываем все так, как в предыдущем варианте. В первом ряду будет 5 лепестков. И во втором ряду 3 лепестка.
Бантики готовы, получается нежно и нарядно. А сейчас я вам покажу еще варианты. Такие бантики можно сделать также из органзы. Здесь у меня все то же самое, что и на бантиках из репсовой ленточки. А еще у меня была вот такая ленточка, тоже симпатичная. Ссылочку, где можно ее купить, я оставлю в описании. Здесь у меня два ряда и в каждом ряду по 5 лепестков. Ну и на сегодня у меня все. Если вам понравился мастер-класс, ставьте пальчик вверх и не забывайте подписываться на мой канал. Впереди будет еще очень много интересного. До встречи в новых видео. Всем пока!